вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія», я її ведучий Андрій Острів. Як завжди, щосереди ми з вами спілкуємося з муніципальною владою, це та з її представниками. І сьогодні у нас в студії два Олега: Олег Соколік та Олег Машкін. Це Олег Соколік, це начальник управління у справах молоді, і Олег Машкін, це начальник управління у справах спорту. Так? Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про те, що відбувається нового, а також підведемо коротенький висновок, як пройшов День міста. І почнемо ми з вас, Олег, тому що ви, ваша частина дуже була така важлива в цьому. Отже, що було нового, що було не так, і як ви вважаєте, як це все відбулося? В целом, я считаю, все прошло хорошо, так как мы планировали, действительно была проделана большая работа, более месяца мы готовились большим количеством подразделений и общественности к празднованию Дня города. Но если сравнивать, то как минимум прошло лучше, чем и масштабнее, чем в прошлом году. В этом году мы себе поставили такой девиз проведения, это те услуги и возможности, которые в городе есть для горожан. Если, например, говорить о молодежном квартале, мы показывали, участвовал фонд молодежного кредитования, участвовал центр социальных служб. То есть те услуги, которые могут получать молодые граждане, попадая в разные ситуации, причем иногда не самые простые, когда юридическая нужна, психологическая помощь и поддержка. Также участвовали у нас большое количество общественных организаций с теми наработками, которые у них были проделаны за последний год, чтобы жители города понимали или могли принять участие в их деятельности. Поэтому в целом считаю, что День города у нас прошел хорошо, плюс был хороший футбольный матч с командой «Маэстро». Я думаю, в целом хорошо. Несмотря на тот даже, давайте говорить честно, инцидент, который был, и который много писали, я думаю, что нужно его просто уже прожить, забыть, да, такое досадное недоразумение, но мы сделали для себя свои выводы, я думаю, что в дальнейшем такое не повторится. Дякую, Олеже. Я хочу від себе зазначити, що особисто в мене дуже були приємні відчуття, особливо відкриття самого, власне, свята відбулося в такій іронічній формі. Меру, м'яко кажучи, так забили гол з декілька питань. Це було дуже юмористично, сатиристично, але найбільшим для мене шоком було спочатку, коли почали оголошувати тих волонтерів, завдяки яким відбуваються зрушення в нашому місті, і вони замість того, щоб отримати свої там традиційні якісь дипломи або нагороди, почали співати. Це було принаймні дуже несподівано і яскраво, і створило такий собі ореол такого свята сімейного, більш ніж офіційного. Що ж, Олег, ви сказали про футбол. Я хочу другого Олега запитати щодо спортивних змагань, які відбувалися на вулиці Соборній. І, власно кажучи, щодо футболу та тих спортсменів, які демонстрували свої здатності на центральній вулиці міста. Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета в День города на нашем спортивном квартале презентовало наши городские школы из различных видов спорта. Это баскетбол, футбол, борьба, бокс, гребля на кано и академическая гребля. Те виды спорта, которые у нас профилируются в наших городских школах. Был показан инвентарь, каждый житель города мог подойти, попробовать, потрогать ту же лодку, ту же весло, посмотреть, попробовать. Стояли такие концепты, тренажеры для гребли. Также был у нас бейсбол, демонстрировал свои, как они тренируются, гандбол. То есть каждый житель нашего города мог подойти вместе со своим ребенком, потрогать и тут же потрогать тот или иной инвентарь и записаться в ту или иную секцию, которой нравится вид спорта. Да, в принципе, в целом у нас тоже прошло все довольно-таки интересно, были показательные выступления. Например, даже школа по борьбе проводила свои школьные мероприятия, свои соревнования по борьбе. Вот, достаточно было интересно. Все смотрели, подходили, интересовались, спрашивали, записывались в спортивные школы. То есть довольно-таки было интересно и необычно.
Дякую. Для наших глядачів я нагадаю, що ми знаходимося в прямому ефірі, то ви можете зателефонувати за телефоном, який з'явився у вас на екрані, та власне спитати наших гостей. Що ж, ми продовжуємо. Ну, власне кажучи, я теж був на центральній вулиці міста і бачив ці змагання спортсменів. Це було дуже. Це мене вразило, власне, з того, що завдяки того, що батьки або діти не знають, що з себе що кожний вид спорту себе представляє, не можуть визначитись, чим займатися і так далі. Це власне, дуже я сподіваюся, і принаймні маю надію на те, що це буде сприяти розвитку фізичної культури та спорту, та саме головне здоров'я наших дітей, що дуже важливо, і щодо здоров'я наших дітей. Олег, ви були у нас на програмі декілька місяців назад, і ви казали про те, що у вас значно збільшена була програма фінансування щодо здоров'я дітей. І, власне, сезон вже скінчився, і які результати? Ну, в цілому ми виконали те, що ми хотіли, навіть зробили більше. Якщо говорити так вкратце в цифрах, да, то мы сделали на 9,5% больше, чем хотели. Если в качественном показателе, то 1729 детей николаевских получило услугу по оздоровлению. Планировалось 1570. По сравнению с прошлым годом, это было 509 детей. То есть это мы выросли практически в 3,5 раза. Я думаю, это существенный скачок в этом году. Я думаю, мы приложили много усилий для того, чтобы это состоялось. Ну и помимо того, что мы сделали эту работу, благодаря тому, что денег больше стало, общественное внимание к этому процессу стало больше, в торгах по оздоровлению приняло участие большее количество участников, мы смогли сэкономить приличную сумму денег, более 1 000 000 гривен, которую мы направили на детский лагерь «Дельфин» для того, чтобы в этом году изготовить проектную документацию, провести все необходимые исследования, геодезию. А в следующем году, если все у нас будет складываться вот так, как мы планируем, да, начать строительство еще одного корпуса, в котором будут созданы условия для оздоровления детей с проблемой опорно-двигательного аппарата. Это действительно актуальная проблема в нашем городе, в вопросе оздоровления тоже. Поэтому стараемся выжать максимум из тех возможностей, которые есть, чтобы, так сказать, ни одна копейка, да, вот в этом году у нас не осталась неиспользованной, да, чтобы все деньги максимально эффективно у нас были реализованы. Дякую вам. У нас есть передзвіночок. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Хотів обратитися колегу Валерійовичу. Олег Валерійович, космонавтов 142. Ви можете проявити якусь ініціативу, поставити в нашому дворі вдоль гаражей тренажери многоцельові, штук 10-15? Ми ж вас знаємо як хорошого спортсмена і чоловіка. Давайте оздоравливати нашу націю, нашу молодь, щоб вони не тільки футбол гоняли, там на скам'яйках пиво пили. А вот там тренажеры поставьте, может быть, они будут заниматься все-таки. Космонавтів 152, 142. Так? Да, будь ласка, не кладіть, будь ласка, трубку, залиште, будь ласка, свій телефон режисеру, і після програми я передам його. А прошу вас прокоментувати, це можливо, чи є на це фінансування, чи може якийсь є план по обладнанню таких спортмайданчиків. Я думаю, що це не поодиноке питання. Знакомый адрес, я вырос на космонавта 142. Вот. И дело в том, что наше управление, да, занимается содержанием наших спортивных городских школ, да, спортивные площадки, которые находятся во дворе. Да. Мы будем как-то пробовать принимать участие и в обустройстве этих спортивных площадок, потому что ними занимаются администрации районов, да, то есть мы все свои силы сосредотачиваем вокруг наших спортивных школ, чтобы они имели тот нужный инвентарь, выезжали на соревнования, была у них подготовка на сборах и успешно выступали на соревнованиях. Поэтому будем над этим думать, и я думаю. Ну, можливо, це такий буде додатковий стимул щодо облаштування такого вуличного спорту, який набирає, до речі, обертів завдяки участі народних депутатів і депутатів міських рад. Тобто це такий гарний тренд, як я особисто вважаю так. Добре. Хочеться запитати, Олег, до вас, Олег. Як стимулюється молодь зараз? Ну, принаймні сьогодні там є
Так, є такі чутки, а можливо це не чутки, про те, що скасували стипендії. Як підтримувати зараз молодь, яка там власно не має там змоги себе фінансувати під час навчання? Чи є якісь такі програми, чи ну, що робити? Ну, во-первых, стипендії академічні, да, їх не будуть відміняти, тому що це во многих законодательних актах прописано, та і в законі соціальної підтримки і становлення молодежі. Но я думаю, это был бы очень непопулярный шаг, если бы забрать у студентов их академические стипендии. У нас в городе есть тоже определенный вид стипендий, да, и вот есть одна из которых, это стипендия городского головы, городского совета. Но это не академическая стипендия, это стипендия дается за, так сказать, за общественную активность, за вклад в развитие города. И, пользуясь случаем, скажу, что вот завтра, послезавтра, на этой неделе все высшие учебные заведения города Николаева получат письма от городского совета с условиями о получении стипендии городского головы в этом году. В принципе, условия те же, которые были в предыдущие годы. Хочу лишь сказать, что в этом году, опять же, благодаря тому, что у нас больше появилось денег, мы можем увеличить количество стипендиатов. В этом году это будет 60 человек. И стипендия составит от 2 до 3 тысяч гривен в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения. Поэтому пользуюсь случаем. Это на месяц? Это разовая выплата. А, разовая, так. Разовая выплата. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу всех студентов, которые в этом заинтересованы, подавайте свои документы, мы рассмотрим все, вне зависимости от количества, к сожалению, да, наше финансирование ограничено определенными суммами, но всех призываю участвовать, администрация университета тоже ответственно отнестись к этому процессу и подать документы желательно заранее, не в последний день, а конечный срок приема документов – это 14 октября, ну, этого года. Тобто ще є час, целый месяц будет на подачу документов, поэтому, в принципе, собирайте, пакет документов описан, будем рады. Ця інформація є на сайті, я так розумію. И на сайте, да? И в письме все документы необходимые приходят. Она из года в год особо не меняется, поэтому администрация университетов знают, как с ней работать, все с этим понятно. И хочу отметить, что больше обратиться к администрациям университетов, это не академические стипендии, поэтому фактор успеваемости – это не ключевой показатель для нас в определении тех людей, которые получат стипендию. Да, потому что были случаи, когда университеты говорят, ну это же человек там плохо на учится. Красный диплом идет, да, а вы даете человеку, который учится там на порядок хуже. Для нас важна общественная активность, потому что могу сказать и по своему опыту, иногда общественная активность существенно играет на понижение успеваемости в университете в определенные периоды, но нам важно поддержать тех людей, которые заинтересованы что-то делать, которые готовы свое личное время вкладывать в развитие города. Дякую, Олег, мы зараз приймемо дзвіночок и поспілкуємося про, як підтримуються спортсмени у нас. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. У мене вопрос колегу Машину. Де США по парусному спорту, который находится в яхт-клубе? В настоящее время относится к областной коммунальной собственности. Насколько я так слышал, Александр Федорович Сенкевич тоже не в восторге от этого. Как вы смотрите, чтобы все-таки она стала городской коммунальной собственностью? Спасибо. Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, Олег. Ну, интересный вопрос. Мы, в принципе, еще пока не рассматривали переход этой школы в коммунальную собственность. Надо хорошо изучить, посмотреть. В принципе, я не слышал разговоров об этом, поэтому... Ну, можливо, це питання і варто того, щоб його підняти, а від себе зазначу, що для того, щоб передати з обласного бюджету до міського, це ціла процедура, і вона повинна бути як узгоджена із обласним, та і з міськими радами. Тобто це важка процедура, але все ж, ну, розумніше, на мій погляд, було, щоб те, що знаходиться в місті і має місцеві масштаби, знаходилось у власності міста. Це моя особиста думка. Так, ну що ж, продовжимо. Як стимулюються спортсмени у нас? Ну, тобто, ось студенти, там Олег каже, що ми стимулюємо громадських діячів майбутніх та ті, що є на у цей час. А як зі спортом? Спорт у нас завжди був на такий, якби останній час таким недофінансованим, недолюбленим, так би мовити. К сожалению, да. Ну, у нас на протяжении уже многих лет есть также стипендия городского головы, 20 лучших спортсменов наших городских школ в конце года подают документы со своими результатами. Стипендия у нас предусматривается для чемпионов национального первенства, призеров и чемпионов чемпионатов Европы, чемпионатов мира. 20 стипендий, они
распределяются по показателям, кто достиг какого результата за год. Составляет она 1000 гривен и выплачивается ежемесячно на протяжении года. А, тобто є різниця, тобто спортсменам виплачується кожен місяць. Ну, це дуже добре, але така, ну, у сьогоднішній час 1000 гривень для того, наскільки я розумію, там їжа спеціальна коштує значно дорожче, якщо брати силові. Силові види спорту. Добре, Олег, давайте ось що. Які є перспективні напрямки сьогодні? Що нас очікує? Тобто ми кожну програму ми, власно, намагаємося довести до людей, що їх буде очікувати, ну, звісно, по вашим напрямкам. Ну, почнемо з вас. Якщо... Також, пользуюсь случаем, да, хотів би анонсувати, може, трошки преждевременно, но в пятницу у нас снова будет объявлен конкурс на поддержку инициатив Института гражданского общества. Мы эту работу проводим, так сказать, уже системно, и за последние полтора года это уже шестой, по-моему, раз, когда мы проводим такой конкурс, и опять же призываю всех представителей общественных организаций, любых форм организаций участвовать, подаваться, потому что, ну, наши возможности постепенно возрастают, и мы заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в те мероприятия, которые интересны общественности. Вот такая у нас форма развития гражданского общества, молодежного гражданского общества. А что сами проекты вас цікавлят, в каком направлении? Тобто, ну, можливо, є ті, хто хоче прийняти участь, але ніколи з цим не стикалися. З якими ідеями до вас можна приходити? Ну, в принципі, ми не ставимо жорсткі обмеження, да? Ми от в ідеях. Тобто, дійсно, да, це мероприятие, которое направлено на развитие молодежи. Це можуть бути образовательные проекти. Вот, последние, которые мы поддерживали образовательные, это Urban Days, тот же фестиваль, который проходил возле городского совета, это молодежная конференция Active МК. То есть это я очень люблю образовательные молодежные проекты, но также это могут быть и развлекательные массовые мероприятия, например, подавались ребята с Корабельного района, организовывали праздничное мероприятие ко дню города. Поэтому мы готовы открыто рассматривать все эти проекты. У нас такой важный тренд, который мы вот внедряем, да, это открытость. То есть на всех фазах вот проведения, от объявления до завершения, мы делаем это открыто. То есть мы проводим открытое заседание конкурсной комиссии, куда входят, так сказать, опытные общественные деятели, которые имеют опыт реализации таких проектов, депутаты городского совета, ну и, в принципе, заинтересованные личности. Заседание открыто, любой интересующий человек может прийти, послушать, задать вопросы презентующим. Поэтому мы стараемся сделать это открыто, потому что деньги бюджетные, деньги как бы громады, и они должны распределяться публично и гласно. Поэтому мы готовы к такому открытой работе для того, чтобы все понимали, что мы делаем, зачем мы это делаем, ну и готовы развивать. Да, иногда нас упрекают в том, что не всегда видно эти мероприятия. Но есть у меня мнение, что если мы хотим сделать что-то очень хорошее, да, людям тоже нужно тренироваться, да, нужно вкладывать в это системно и на долгосрочную перспективу рассчитывать. На досвід це велика сила в даному випадку. Добре, що стосовно спорту нас очікує? Які є зрушення, які є плани, що відбулося добре, а що мало бути б ще краще? Ну, ми к началу учебного года, да, всі наші 13 спортивних школ. По их заявкам был приобретен спортивный инвентарь. Это футбольные, баскетбольные мячи, боксерские перчатки. Все школы, в принципе, что просили, на что подавали заявки, приобретен спортивный инвентарь для всех школ. В полном обсязе, так? Да, то, что просилось. Вот, я думаю, что у нас будет неплохо, школы будут обеспечены спортивным инвентарем. На данный момент во многих школах проводятся как текущие ремонты, как и капитальные ремонты. Ведь действительно родители хотят приводить своих детей в те школы, да, где созданы хорошие условия, есть хороший спортивный инвентарь, уже современный, да, есть хорошие душевые, есть хороший туалет, есть хороший зал теплый. Вот, над этим мы работаем. Вот, буквально вчера у нас показывали школу по велоспорту на Бузника, потом ездили с Дюшор по боксу номер 6, да, с городским головой, зам Шевченко Евгением Валерьевичем. Вот, показали, что отремонтировано, что еще до ремонтируется. Мэр попросил побольше подавать заявок, больше просить, сказал, что городской бюджет растет и будет возможность помогать спорту, так как спорт всегда был так
не настолько финансирован, как нужно. Вот. Это очень приятно, и я думаю, что в дальнейшем городской глава пообещал, что все школы будут закуплен инвентарь, проведены ремонты и будут соответствовать тому... Всім нормам необхідно. Всім нормам тому вигляду, а ви не можете нам сказати, наскільки зросло фінансування порівняно з минулим роком, наприклад? Ну, можливо, порядок, ну, не обов'язково там цифри, а порядок вдвічі, в півтора рази, або так, таке ж залишилось. Ну, конкретно я зараз не скажу, щоб сказати неправду. Не вводити в оману. Ну, добре. Дякую. Що ж, продовжимо. Продовжимо ось що. Олег, ви про ці проекти колись, я наскільки пам'ятаю, були якісь чи підготовчі курси, чи щось таке, що давало змогу молодим та тим, хто не приймав участь в таких конкурсах, підготовитись до цього. На ці конкурси буде якась підготовча база, чи там проведені якісь додаткові заняття? Я прошу вас анонсувати, щоб наші глядачі, хто зацікавився, змогли звернутися та скласти безпосередньо проекти, які вони мають бути. Да, традиційно, коли ми об'являємо конкурс, у нас завжди проходить такий семінар-тренінг по повышению квалификации, да, или для тех, кто этого никогда не делал, получить первый навык. Пока не скажу точную дату, когда будет у нас тренинг, потому что всегда мы стараемся привести какого-то серьезного спикера, да, это не наши вот региональные участники. Вот в прошлый раз к нам приезжал, если это правильно сказать, это его зовут Юрий Юзыч, он глава то ли подкомитета реанимационного пакета реформ по вопросам молодежной политики. То есть это человек, который молодежную политику знает сверху донизу, во всех этих вопросах разбирается, и, я думаю, для ребят это была серьезная подготовка. Ну и в целом мы говорим не только об этом, мы говорим вообще о молодежной политике, о последних новациях, которые есть в Киеве, которые задаются, да, какие законопроекты вносятся, какие поправки. В этом году мы еще согласовываем нашего приезжего гостя, поэтому вот его графика, потому что это обычно выходной день, человек, так сказать, на волонтерской основе к нам приезжает. Мы только мы согласовываем, обязательно в социальных сетях, как мы это всегда делаем, мы пригласим, оповестим ребят. Ну, радует меня то, что наши старания, они не приходят бесследно, и приходит много ребят, которых я, например, лично не знаю, которые интересуются, и в дальнейшем эти люди организовываются, да, в свои общественные организации, в свои проекты, или же подаются от уже тех организаций, которые созданы, но есть приток новых молодых людей. Ну и с нашей стороны, да, мы как орган управления, наша задача расти в количестве возможностей, которые мы можем предоставить, как финансовых, так и организационных. Например, если сравнивать бюджет по молодежному направлению, там, не буду эти бюджетные классификаторы вдаваться, например, это было в прошлом году 484 тысячи, то на сегодняшний день это 715, и буквально сегодня я был на бюджетной комиссии, нам согласовали дополнительное финансирование еще на 129 тысяч гривен. Да, суммы небольшие, ну, не миллионы, но главное, что мы растем. К миллиону вы приближаетесь. Но мы идем, и я думаю, в следующем году мы обязательно по молодежному направлению выйдем больше, чем в миллион. То есть мы растем, мы готовы создавать как можно больше возможностей. Потому что когда люди приходят, а мы им отказываем ввиду того, что у нас ограниченные возможности, ну это не всегда, это нехорошо. Да? Но при этом мы должны поддерживать конкуренцию, поддерживать количество участников. Ну, постараемся работать в этом направлении. Дякую. А що стосовно спорту? Які є анонси для наших глядачів? Тобто ви розумієте, що нас дивляться не тільки в місті, а і в області. Які є анонси для наших глядачів, що стосовно спортивних якихось заходів або секцій, що нового було там відкрито, або куди ви хочете запросити наших городян та мешканців області? Я би хотів пригласити наших жителей города, приводить своих детей в наши спортивные школы. Пусть дети выбирают те виды спорта, которые им нравятся. Мы будем всячески этому помогать, чтобы их тренировки, обучение в этих школах проходили с комфортом, с выездами на соревнованиях, и чтобы они получали удовольствие от нахождения в этих залах. Дякуємо вас. У нас залишилась власне одна хвилина фактично ефіру. Я хочу висловити свою подяку нашим гостям. Дуже було приємно поспілкуватися. Від себе хочу зазначити, що сьогодні ми не дарма таких гостей покликали в студію, тому що молодь – це завжди це наше майбутнє, і ми повинні якомога
більше приділяти уваги нашій молоді, тому що майбутнє країни, майбутнє нашого міста, власне, в руках той молоді, яку ми сьогодні виховуємо. Сьогодні не дарма ми вели розмови про спорт та молодіжну політику стосовно громадської діяльності нашої молоді. Тобто сьогодні нам потрібно витягнути нашу молодь з вулиць і надати їм такий вектор, власне кажучи, правильного розвитку. Тобто це і громадська діяльність, це і усвідомлення своєї власної ролі в житті міста, області, держави, та займатися спортом, вести здоровий образ життя. Тобто я закликаю наших глядачів, дякуємо, що були з нами, закликаю вас, звертайтесь, будь ласка, для вас працюють фахівці, які намагаються забезпечити все необхідне для розвитку наших дітей. Діти – наше майбутнє, ще раз повторюю. Дякую, що були з вами, дякуємо нашим гостям, що прийшли. І до зустрічі на наступну середу, як завжди, о 19:30 ми будемо спілкуватися з муніципальною владою. До побачення.